Амансыз ба, сыйлы әлімлер, аяулы әрекетшілер, әзіз қонақлар. Бүгін біз бек мәлілі ейінімізді түзіп келетірміз. Арамызда Ноғайша Сөлеймей таған қонақларымыз болғанына себептен, сіздің үзініңіз бен орыс тілге көшеймін. Приветствую наших уважаемых ученых, общественников и гостей. Сегодня мы собрались для обсуждения очень горячей и актуальной темы. Ногайское наследие в континууме тюрков России и мира. Наступивший 2020 год ознаменовался не только пандемией коронавируса, по причине которого мы сегодня собрались онлайн, но и обострением споров о ногайском культурном и историческом наследии. Причем эти споры ведутся как с представителями других братских народов, так и таких как татары и казахи, так и внутри самого ногайского общества. Особенно эти споры обострились с выпуском определенных книг и заявлениями определенных личностей. Однако мы в лице региональной общественной организации «Местная национально-культурная автономия Ногай-Эль» Нового Рингоя и научно-популярного проекта «Ногайологи. Ногайведение» решили, что нужно погасить все эти споры и распри и перевести вопрос в рамки научной и общественной этики. Для чего собрали сегодня наших уважаемых участников и гостей круглого стола. Разрешите мне их представить. Наш почетный гость, кандидат исторических наук, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан, член экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей, заведующий отделом этнологии, научный сотрудник Института гуманитарных исследований Республики Башкортостан Юсупов Юлдаш Мухаматович, старший научный сотрудник МГИМО, кандидат исторических наук, кавказовед, исламовед, этнограф Ахмед Аминович Ярлыкапов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Карачао-Черкесского института гуманитарных исследований, автор научных статей и монографий о печатном деле у ногайцев Аминат Хасановна Курмансиитова, соискатель кафедры истории России Астраханского государственного университета, научный редактор научно-популярного проекта «Ногайологи. Ногайведение» Рамиль Валитович Ишмухамбетов, историк-исследователь, общественный деятель, краевед, руководитель Юртовско-Ногайского проекта Амир Дамирович Мусаев, певец и композитор, лауреат премии «Песня года», представитель знаменитой семьи просветителей Ренат Иосифович Джанибеков. В качестве наблюдателя присутствует кандидат исторических наук по этнологии тюркских народов, доцент кафедры восточных языков Астраханского государственного университета, председатель ученого совета Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника Виктор Михайлович Викторин. А также наш аксакал, краевед, руководитель общественной организации «Местная ногайская национально-культурная автономия Ногай-Эль» города Нового Рингой, под эгидой которого мы сегодня проводим наш круглый стол, член Высшего совета Федерального национальной культурной автономии ногайцев России Хаирбек Аюбович Алакаев. К сожалению, нескольких наших гостей, которых мы приглашали и которые собирались участвовать в нашем собрании, сегодня не смогли принять участие по различным причинам. Это Ильдар Шамигулович Идрисов, кандидат политических наук. У него сегодня день рождения, с чем мы его поздравляем. Омриныз узак болсын, Ильдар Шамигулович, если вы нас сегодня смотрите. Также по другой причине, но уже более, скажем так, тревожной, сегодня с нами не присутствует Хаирбек Сейдахметович Бальгишиев. Это руководитель музея, филиала Государственного музея Тахагоди в Тирекли-Мектеп. Он не присутствует с нами по причине того, что его постигла болезнь, как он подозревает, это коронавирус. Желаем ему скорейшего выздоровления. Аллах сізге саулық берсін. И также сегодня по определенным причинам с нами не присутствует Арслан Абдурахманович Усимбаев, кандидат исторических наук, который должен был выступить по тематике истоков ногайского национального костюма. Ему тоже желаем всего наилучшего в его делах. Надеемся, что в будущем он будет к нам присоединяться.
Хайрбек Аюбович, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Я хотел предоставить Хайрбек Аюбович трибуну для приветственного слова и более глубокого обозначения вопроса. Саувал алим, арусве, хош келдингиз, бизим тегерек спрага. Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш виртуальный круглый стол. Очень рад, что удалось всех собрать. Для нас очень важно ваше экспертное мнение, как ученых, по заданной теме. Проблема есть уже не первый год. Решаем эту проблему. И надо решать ее на научных площадках путем дискуссии. Спасибо. Спасибо. Мы переходим дальше. Сейчас я хочу предоставить слово нашему уважаемому гостю. Юлдашу Мухаммадовичу Юсупову. Юлдаш Мухаммадович, салам алейкум, здравствуйте. Алейкум ассалам, здравствуйте всем. Юлдаш Мухаммадович, вы являетесь экспертом Федерального агентства по делам национальностей, этнологом, более того, вы представитель братского башкирского народа, который, как мы знаем из истории, был в составе Ногайской Орды, и, скажем так, он... Вы, как никто другой, вы погружены в тему сегодняшней нашей беседы. Расскажите, пожалуйста, о таком явлении, как тюрки России, и какова роль ногайского народа и ногайского наследия в этом континууме? Спасибо большое. Ну, постараюсь быть краток. Мой же доклад будет, наверное, больше о... таком явлении, как феномене тюрков России, вообще, конечно, любое историческое явление, оно феноменально по своей сути. И тут, по большому счету, стоит цель, наверное, не столько обосновать ее феноменальность, а сколько, в принципе, обосновать ее субъектность, историческую субъектность и так далее. Что же непосредственно касается тюрков России, то именно... в ее обозначении субъектности, и сегодня перед нами стоит такая задача понять, а кто мы, что мы, как такое историческое явление, как тюрки России, как мы складывались, и, конечно же, в этом отношении ногайский фактор, ногайское культурное влияние, если можно так сказать, ногайский культурный трансфер, он сыграл свое определяющее значение. Ну, наверное, обратимся к прошлому, это периоду, к ордынскому периоду, а точнее к постордынскому периоду, когда действительно сформировалось большое государственно-политическое образование, Ногайская Орда, которая разработала достаточно развитый политический и культурный миф, сформировав, можно сказать, такой большой ногайский континуум, в который вошли и который повлиял на многие современные народы, как народы Кавказа, тюркские народы Кавказа, ну и не тюркские народы в том числе, на башкиры однозначно очень сильное влияние, причем мы можем его достаточно хорошо дифференцировать, как по различным аспектам, по различным сегментам, так сказать, именно этого ногайского влияния, влияния ногайского культурного континуума. Сибирских татар обязательно. То есть здесь, в данном случае, мы должны понимать, что тот политический и культурный миф, сложившийся в течение XVI века, он, безусловно, повлиял на современный облик, в первую очередь, тюрков России, то есть тех тюрков, которые сегодня находятся в составе России и вообще в целом такой большой евразийской, можно сказать, цивилизации. Перед нами стоит цель осмыслить это, поскольку так или иначе к этому вопросу подходили ученые, и Вадим Старич Крипалов, и Девиз, и так далее. То есть достаточно много ученых, которые Грибовский, которые пытались осмыслять влияние ногайцев на те или иные культурные аспекты. Что же касается непосредственно башкирского этноса, то здесь мы вообще можем сказать, что
Башкирский этнос, как и многие другие этносы, которые взаимодействовали в рамках Ногайской Орды, они, безусловно, впитали в себя значительный сегмент ногайской культуры. Это, в первую очередь, отражается в эпосах, в преданиях, эпосы о Едигее, Таргын и Кужак, например, да, то есть это, безусловно, те эпосы, которые являются неотъемлемой частью башкирской фольклорной культуры, башкирского фольклора, но они являются по происхождению, они выходцы в результат вот этого взаимодействия в рамках ногайского континуума. Сегодня, и, конечно же, когда башкиры воспринимали эти мифы, точнее, вот эти сегменты культурные, да, сгустки, можно сказать, они воспринимались с точки зрения собственной традиции, с точки зрения собственной этничности. То есть они начинали трансформироваться. То есть ногайский эпос уже обрастал достаточно такими характерными для башкирского архаичного эпоса элементами. Например, Эдигей превращается в Удука, и он становится башкиром, а Туктамыш, как ни странно, становится ногайцем. То же самое с Таргын и Кужак. Да? Таргын – это ногайц, Кужак – это уже башкир. Вот, то есть народная память, она по-своему начинает осмысливать все это, трансформировать. И сегодня, конечно же, перед нами вопрос, так сказать, интерпретации. Ведь на самом-то деле проблема, которая, и, точнее, тот вопрос, по которому мы сегодня собрались, это, во-первых, понимание, а что является субъектностью, что является, так сказать, элементом, основным элементом для этничности, для понимания вот этой цепочки вот современных народов к прошлому народу. Вводится, вот, например, термин «нугайлы», да, со стороны казахских наших коллег, да, то есть, и вот та книга, которая упоминалась, личности, да, то есть они, да, говорят об этом термине. Было ли это? Возможно ли вообще было такое? На самом деле здесь вообще в отношении средневековья, ордынского, постордынского периода, вообще тяжело говорить, когда мы говорим о неких таких больших сегментах, в принципе вообще тяжело говорить о особенно в период Золотой Орды, ордынский период, о какой-то этничности, да, потому что мы видим, что все же, когда по источникам мы обращаем внимание, что основной, так сказать, крепостью, основным таким элементом идентификации была родовая структура. И потом уже в процессе распада Орды, в процессе распада Золотой Орды, да, начинают формироваться уже более конкретные этнические образования, как ногайцы, как казахи, да, в рамках казахского ханства и ряд других народов, то есть наследники вот этого какого-то континуума, который, я думаю, современные исследователи еще не готовы как-то интерпретировать в этнических рамках. Но в любом случае, в период уже постордынский, в период формирования ногайской орды, в принципе, формирование, мы можем фиксировать уже конкретно формирование этнического ядра в лице тех родов, которые вошли в состав мангытского юрта, потом все это разрослось, и уже в последующем мы видим, как уже вот это вот ногайское ядро, оно влияло на политические мифы, политические, можно сказать, на культурный облик других народов, и в том числе и казахов, в том числе и башкир, сибирских татар и так далее, ногайцев Крыма. Вот. И в этот период, присоединения, вхождения в состав российского государства, уже российского царства, наверное, логичнее так сказать, да, уже народы входят как раз-таки и вот это вот наследие, культурное наследие ногайского континуума, собственно, ногайского такого влияния, оно становится неотъемлемой частью у тюркских народов России. И сегодня мы должны, наверное, поднять следующий вопрос о том, что
российские тюрки как феномен сегодня являются, наверное, одним из таких ключевых вопросов в понимании, а кто мы такие, а что у нас, какое у нас общество, в каком обществе мы живем. Да, и без понимания, а какое культурное наследие было у нас, как повлияли ногайцы, как повлиял этот ногайский континуум, мы, безусловно, должны это осмыслять, должны это понимать, потому что, безусловно, это ключевой сегмент нашей истории. И здесь, в принципе, если уже переходить на такой общественно-политический уровень понимания вопроса, да, то здесь мы сталкиваемся, наверное, с такой большой проблемой, большим вопросом общественно-политического характера, если вопросом формирования общероссийской гражданской идентичности. И какую роль здесь должны сыграть именно тюрки России. И здесь, конечно же, как нам представляется, вот если мы посмотрим, различные точки зрения на самом деле есть по этому вопросу, по вопросу формирования общероссийской гражданской идентичности. Есть и которые предлагают формировать ее на базе многонародной нации, многонационального народа, или же вообще с позиции деэтнизации какой-либо. И на самом деле вот процесс формирования некого такого общего нашего общества без каких-либо акцентированных этнокультурных позиций, без этнизации, на самом деле это было возможно. Это было возможно совсем недавно, когда у нас действительно и общее, так сказать, был какой-то подъем, когда мы действительно в определенной степени шли вверх, был какой-то патриотический подъем и так далее. Но последние события, наверное, этого года, да, достаточно сложные политические события, в том числе события в Башкортостане летом этого года, они показывают о том, что процесс должен, наоборот, идти снизу. Процесс должен идти снизу. Именно регионы, именно народы должны давать легитимность центру. Именно в этом отношении, мне кажется, наиболее перспективный вот наш проект, который мы предлагаем, посвященный тюркам России, он находит свою актуальность, он актуален, поскольку в данном случае предполагается, во-первых, равное отношение между народами, то есть каждый народ является самостоятельным субъектом в культурном плане, в культурном отношении. И это очень важно для каждого народа, для каждого человека, который представляет народ, для национальной интеллигенции. Все-таки она есть в России, и она имеет огромное значение, огромную роль играет. И любой человек, представитель национальной интеллигенции, он дорожит этой субъектностью, культурной субъектностью, и он готов эту культурную субъектность отстаивать. Как мы видим, кстати, на примере отношения ногайской общественности к термину «ногайлы» и вообще к этому, можно сказать, новой интерпретации истории, да, это, безусловно, определенный удар для такой ногайской национальной идентичности, определенную такой реакцию он вызывает. То есть в данном случае, в контексте формирования общероссийской идентичности и вообще формирования, можно сказать, такой межкультурной, что ли, идентичности тюрков России, учитывание интересов определенного народа, конкретного народа или сегмента национальной интеллигенции, она имеет очень большую роль. И в данном случае, конечно же, мы должны понимать, что и здесь мы должны осмыслить в первую очередь, а кто мы есть. Вот как Андропов задавался вопросом в начале 80-х годов, мы не знаем общества, в котором мы живем, что в конечном итоге привело, вы знаете, да, к перестройке, развалу Союза и так далее. Здесь мы уже должны задаться к этому вопросу, а в каком обществе мы живем? Кто такие, кто мы такие? И какое значение нас, как тюрков России, как те люди, которые должны понимать о том, что мы живем все же в одной, в единой стране,
мы должны вносить, каждый народ должен вносить свою лепту, и где и какое место мы должны занимать по отношению друг к другу, не наступая друг на друга, как-то просто не наступая друг на друга. Я уже не говорю на пятки, это просто не ущемляя какие-то интересы. Интересы языковые, культурные, интересное историческое наследие. Вот я говорил о том же самом влиянии культурного, ногайского культурного континуума. Мы понимаем то, что это имеет, например, башкиры многое впитали в себя. Но мы понимаем, что это все переработано, оно имеет, безусловно, ногайское, этническое, подчеркиваю, происхождение, но оно переработано башкирской традицией, башкирским этносом. Это мы должны понимать, это мы должны учитывать, это мы должны уважать. То есть, безусловно, и в Башкирии были такие попытки, я уже, чтобы скрывать, попытки объявить там тот же самый эпос Эдигея башкирским и так далее, что ногайцы произошли от башкирии. Безусловно, это были такие, но они так и остались маргинальны. На самом деле, по большому счету, из-за того, что башкирская наука формировалась в 70-е, такое взрывное такое развитие получило, гуманитарная наука, этнографическая наука получала в 70-е годы, то таких, в принципе, перекосов в плане интерпретации каких-то в угоду определенному этносу, ну, особо и не произошло. Особенно это касается, конечно же, ногайского наследия. У нас оно уважается, у нас оно признается как ногайское, и ногайцы сами, конечно же, у нас, ну, вы сами знаете, что внешне очень похоже, и по менталитету все это отличается, то есть даже здесь я вот в одно время я знал, что мы похожи по книгам, по антропологическим книгам, по различным посвященным эпосам книгам, знал, что все это похоже, но чтобы настолько, мне просто вот все это поражает, конечно. Но в любом случае здесь, мне кажется, мы вот в 2019 году созвали круглый стол. Некоторые участники присутствовали на этом круглом столе. Тогда мы учредили ассоциацию ученых и общественных деятелей по сохранению истории и культуры тюркских народов России. То есть оно именно было с позиции, с тех позиций, что наше наследие, наследие древних, начиная от каганатов, Золотой Орды, пост-ордынских государственных образований, это все наследие тюрков России. Это мы должны с позиции нашей российской истории уже, а Россия – это явление цивилизационное, это явление евразийской цивилизации. Да, то есть мы должны именно с этих позиций оценивать все наше культурное наследие и добиваться их признания не только между собой, не только между различными группами национальных общин, да, а на федеральном уровне, на общероссийском уровне, что на самом деле вся это наследие, это наше общее наследие. Да? И, конечно же, но в то же время каждый народ, каждый имеет право самостоятельно развивать свою историю, и каждый народ должен отстаивать права другого народа на сохранение его самобытности, сохранение его идентичности и истории. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлдаш Мухаммедович. Очень содержательные и очень важные слова были вами произнесены. Я думаю, что вот ассоциация, работа в ассоциации тюрков по сохранению идентичности тюрков России, она даст свои положительные плоды и уже дает, как мы видим, наше сотрудничество, это уже положительные плоды. И в дальнейшем, особенно в сохранении наследия наших народов, оно послужит гармонизирующую роль. Сейчас я хочу дать слово Ахмету Аминовичу Ярлыкапову. Старший научный сотрудник МГИМО, кандидат исторических наук Ахмет Ярлыкапов. Ахмет Аминович, вы часто общаетесь с ногайскими общественными деятелями, общаетесь с людьми, которые непосредственно занимаются, скажем так, курсом, стратегией и каким-то направлением ногайского народа и хочет вести, скажем так, в качестве лидеров
вести ногайский народ в будущее. Скажите, пожалуйста, какие стратегии развития ногайского народа вы наблюдаете сегодня у нашего народа? И каковы их перспективы, каковы их положительные и отрицательные стороны? Пожалуйста. Да, добрый день, коллеги. Салам алейкум. Очень рад видеть коллег в добром здравии. Вот. Что касается вот темы моего сообщения, стратегии развития ногайского народа, ну, во-первых, хотелось бы сказать, что вот сегодня ногайский народ находится на очень сложном и ответственном периоде своего развития. Этот период я бы назвал бы некой такой пересборкой, что ли, да, ногайского народа, ногайской идентичности. Потому что очень быстро действительно меняющаяся реальность, она, конечно же, вот подстегивает ногайскую интеллигенцию на то, чтобы находить какие-то адекватные времени, адекватные переменам какие-то ответы. И, конечно же, у ногайского движения, я считаю, вот сегодня есть очень много преимуществ. И одно из них то, что ногайское движение развивалось, в общем-то, всю свою историю практически в ситуации, когда отсутствовала хоть какая-то территориальная автономия, да? То есть, и вот то, что мы сегодня наблюдаем, когда, в общем-то, роль территориальных автономий очень резко снижается, вот в этой ситуации, конечно же, те наработки, которые есть у ногайского движения, они очень актуальны. То есть мы вот привыкли работать вот в этой ситуации, и ничего такого сильно стрессового для нас нет, да, в этом. Вот. И, конечно же, вот для ногайского народа, который очень сильно территориально разрознен, скажем так, большое значение имеет память об общем историческом прошлом. И, в общем-то, сегодняшние дискуссии о стратегии развития ногайского народа, они основываются вот на этой памяти. То есть огромную роль играет вот эта вот историческая память, память об общем историческом прошлом разных групп ногайцев. Это то, что вот в значительной мере объединяет ногайцев разных, да, с разными диалектами и так далее, живущих на огромной территории, да, но разрозненно. И вот анализируя то, что вот происходит сегодня в ногайском движении, я хотел бы отметить, что наметились, ну, два таких больших стратегических направления. Есть масса разных ответвлений и так далее, но вот стратегических направления два наметилось на сегодня. Первое – это ориентация на Казахстан. В общем-то, она очень понятна, вот, она основана на том, что это два вот очень родственных народа, действительно, вот, очень близких, но вот эта стратегия ориентации на Казахстан, она основана на концепции о том, что некогда существовал единый народ, который назывался Ногайлы, и из которого затем вышли отдельно ногайцы, казахи, каракалпаки. Вот. И вот в этой концепции, на которой основывается эта стратегия, ногайцы и казахи видятся как некий разделенный народ. Да? И Казахстан видится неким таким общим государством для казахов и для ногайцев. Собственно говоря, вот на этом представлении и зиждется, да, вот эта стратегия, что мы должны быть близки с казахами, мы должны поднять уровень обсуждения наших проблем, да, до уровня, вот мы все время должны высказываться о наших проблемах, мы все время должны говорить на уровне Казахстана, и Казахстан, соответственно, ну вот как наше общее государство должен вот в этом нам во всем помогать. Вот.
В чем видятся риски этой стратегии? Ну, я об этом скажу после того, как скажу и о второй стратегии. Да? Но есть вторая стратегия. Вот. Есть вторая стратегия, ну, я бы сказал бы ее внутренней ориентации, да, то есть сторонники, которые говорят, что да, очень мы близкие народы с казахами, но все-таки казахи и ногайцы – это отдельные народы. И раз уж мы говорим об исторических основаниях, да, вот, пересборки ногайской идентичности, то вот в этом взгляде, в этой стратегии отмечается, что по происхождению ногайцы основаны на западной группе кипчаков, да, которая, ареал которой, это, собственно говоря, Северное Причерноморье, Крым, Кавказ, Поволжье, вот эти территории, да. Казахи же произошли на основании восточной группы кипчаков, то есть это другая группа, это другие совершенно этнические процессы, да. Ну и недаром вот и на Поволжье даже среди финно-угров мы известны как кубаны-губаны, да, то есть и даже вот это вот, даже те этнические наименования, которые присваивали ногайцам, они связывают ногайцев все-таки больше вот с этой, да, западной группой половцев-кипчаков, куманами, соответственно. Вот, вот, вот эта стратегия, она говорит о том, что, в общем-то, будучи очень близкими народами, казахи и ногайцы все-таки разные народы, и поэтому нашу ногайскую идентичность надо основывать вот на этом, на этих представлениях. Вот. И в чем видятся риски, да, первой стратегии? Да, несомненно, Казахстан – это очень близкое государство, и когда оказываешься в Казахстане, речь очень близкая, то есть ты, у тебя создается ощущение, что ты действительно вот, в очень близком, как минимум, государстве, да, находишься. Но в то же время есть риски того, что вот объявляя ногайцев и казахов единым, разделившимся, да, неким народом, вот, нужно быть готовыми к тому, что, например, историческое наследие тоже окажется общим, да. И когда мы говорим об историческом наследии, когда мы говорим об тех же эпосах, и то мы должны быть готовы к тому, что вот в Казахстане они будут восприниматься как казахские. Ну, вы же сами говорите, что ногайцы и казахи – один народ, да, и, соответственно, вот нужно быть готовыми к этому. При этом вот есть некие возражения, что, ну, а почему же, а что мешает, наоборот, вот все это объявить ногайским, да? Но не получается, потому что мы сегодня вот смотрим, например, некие исторические труды, вот труды Жирмунского, например, или вот нашего классика Ашима Ивамазимовича Сикалиева, да, они говорят об эпосе как о ногайском по происхождению. И величайшие казахи, которые писали об эпосе, они тоже всегда подчеркивали, что это эпос ногайский, он возник в Ногайской Орде. Об этом говорил, например, Чокан Валиханов. Да? Об этом же писали и известные казахские академики, например, Аманжолов, член-корреспондент Академии наук Казахстана, да, и другие виднейшие казахские ученые и советского времени, и постсоветского времени. Но мы в то же время открываем сборники, где опубликованы, да, вот, ногайские эпические произведения, и мы читаем там, что тот же Асан Кайгылы, он оказывается казах, да, или Досмамбет Азаулы, он, оказывается, тоже казах. И там не подчеркивается то, что это эпосы, которые возникли в Ногайской Орде. И это, естественно, создает тревогу, да, что в конечном итоге мы вот те плюсы, которые есть в этой стратегии, насколько они
преобладают над минусами, да, которые есть в этой стратегии. И вот сторонники второй стратегии, они как бы обращают на это внимание и предлагают задуматься над этим. Вот. Ну, вот эта вот дискуссия, она сейчас вот в активной фазе, скажем так, да, она не закончилась, и у нас у нагайцев нет единой стратегии. Такой вот, чтобы все вместе выбрали эту стратегию и ее придерживаемся. Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда эти две стратегии друг с другом находятся в состоянии некого такого, даже иногда столкновения, да, не только вот какого-то такого обсуждения, но и столкновения. Вот. И эта дискуссия, она, да, ведется в значительной мере, конечно же, в интернете, и это достояние, ну, вот такого вот активной интеллигенции, скажем так, да, нагайской. Вот. Но, тем не менее, есть некая разница между сторонниками первой и второй стратегии. То есть в первой стратегии больше все-таки институционального, скажем так, да, и больше все-таки возрастного, ну, в смысле более старшего поколения, да, сторонников. Вторая стратегия, она более такая молодежная. Хотя и там есть разных возрастов людей, да? Но я просто говорю о неком таком преобладании, скажем так. Вот. И, конечно же, вот эта ситуация, когда есть две вот этих стратегии, и они находятся в очень таком серьезном состоянии спора, скажем, мягко, да? Вот. Она, в общем-то, ну, должна, наверное, к чему-то привести, должна состояться некая дискуссия, наверное, вот, и в конечном итоге некая стратегия все-таки, я надеюсь, что некая общая стратегия будет выработана, вот, но пока мы находимся вот в таком состоянии, пока мы находимся на этой развилке, вот. Собственно говоря, тезисно вот то, что я хотел сказать сегодня. Спасибо. Спасибо большое, Ахмед Аминович. Очень содержательно и очень, скажем так, с надеждой, скажем, в будущее ваши слова. Надеюсь, что то, что вы сказали, это произойдет. Надеюсь, что между двумя этими группами произойдет диалог и приход к какому-то единому мнению, которое приведет наш народ к процветанию. Следующий спикер и следующий человек, которому я хочу дать слово, это наш уважаемый ученый, это кандидат исторических наук Аминат Хасановна Курмансиитова. Аминат Хасановна, здравствуйте. Аман сизба. Я приветствую всех участников круглого стола. Аминат Хасановна, вот я хотел вам задать такой вопрос. Вот мы услышали от Ахмеда Аминовича о таком слове и о таком термине, как «ногайлы». Очень много спекуляций и очень много споров вокруг именно этого термина. Вот мы задаем вам вопрос как эксперту, как кандидату исторических наук, как ученому. Этноним «ногайлы» — это историческая действительность или миф? Что? Помогите нам, пожалуйста, разобраться в этом вопросе. Спасибо. Уважаемые участники круглого стола, я специально подготовила для вас сообщение, которое посвящено как раз-таки этнониму «ногай» и «ногайлы». Это историческая действительность или миф. И я последние две недели опять-таки вернулась первоисточником, взяла опять, просмотрела работы, фундаментальные научные труды наших ведущих историков, нагаеведов, которые занимаются историей нагайского народа. И вот что я получила в результате вот такого анализа большого массива источников и историографии. Я бы хотела сейчас вам сделать небольшой этот видеоряд, с вашего позволения. Вот у меня в руках, посмотрите, пожалуйста, видите? В руках у меня книга Даниала Сидахметовича Кадриязова «Нагайцы в известиях». Он охватывает, значит, работы с 15 по 18 века включительно. И здесь абсолютно все, что он собрал,
конечно, кроме этого тоже есть еще источники, но это очень большой массив источников, он написал статью для введения и дал все, что эти авторы написали о нагайцах. Вот книга вышла, это, так скажем, в каком году? Так, в 99-м году. Я еще раз прочитала эти источники и могу сказать, что ни население Золотой Орды, ни население Ногайской Орды эти авторы не называют словом «нугайлы». Они так не обозначают. В связи с исторической действительностью, как мы и привыкли видеть на карте Золотоордынского периода, а после распада Золотой Орды там все показано. А что касается ногайцев, все эти русские и западноевропейские и восточные авторы население Ногайской Орды называют ногай. И потом, конечно, кроме этого, большой массив архивных документов, значительный корпус историографии проанализировали и использовали ведущие ногайские ногаеведы. Вот, допустим, вот такой Ахсака, как Качикаев. Видите, да, его книгу? Ногайско-русские отношения в 15-18 веках. Надо сказать, что Биарслан Качикаев проанализировал очень большой круг источников, как архивных документов и историографии, и издал эту книгу в 1988 году в Алма-Ате, в Академии, значит, в издательстве «Наука», Академии наук Казахской ССР. Он здесь же также не употребляет термина «ногайлы», у него совсем нет, а использует термин «ногай» и ссылается при этом на большое количество источников. То есть книга написана на большой доказательной базе. Мой рассказ будет неполным, если я не покажу сейчас вам книгу Даниила Сидахметовича Кадрниязова. Вот она книга. «Ногайцы в 15-18 веках» называется книга. Она также написана на исторических источниках, архивах. Все население Ногайской Орды Даниил Сидахметович называет термин, обозначает термином «ногай», а термина «ногайлы» у него тоже нет. Но для нашей ногайской общественности самый значимый авторитет – это Вадим Винцерович Трипалов. Вот его книга «История Ногайской Орды». Она трижды уже издана. Вот трижды издана. Вадим Винцерович Трипалов также использовал в своей работе значительный корпус документов, историографических источников, опубликованных источников, большую и чрезмерно различную историографию. И у него тоже в лексике нигде не используется этот термин. Ногайлы. Население Ногайской Орды называется ногай. А Золотой Орды тоже, вот я просмотрела работы, значит, по Золотоордынскому периоду авторов, тоже население Золотой Орды, как и положено, расписано по улусам, и термина «ногайлы» специалисты-историки в области Золотой Орды этот термин также не используют. Конечно, я обратилась к творчеству Чокана Валиханова. Вот она книга. Вот, Чокан Валиханов. И тоже посмотрела, а что же он пишет. Специально для участников нашей конференции я составила конспект его изречений о ногайцах на нескольких страничках, распечатала его. Кто такой, во-первых, Чокан Валиханов? Давайте вспомним. Это выпускник Симбирского кадетского корпуса,
сибирского кадетского корпуса, который закончил его в 1853 году. К сожалению, он прожил недолгую жизнь. Вот. Но после окончания этого кадетского корпуса, сибирского кадетского корпуса в 1853 году, он получил чин младшего офицера. К сожалению, Маргулан не указывает, какой у него чин был. И в 1855 году в качестве офицера по особым поручениям Гасфорта участвовал в экспедиционной поездке по Семипалатинской области. Это в то время это была Западно-Сибирская губерния. Вот. И, кроме того, в последующие годы Валиханов принимал участие в путешествиях по Семипалатинской области, Семиречью, Киргизии, Восточному Туркестану и Западной Китайской империи. В пути он писал дневники, заметки, делал какие-то наброски. Ну и в результате я эту работу уже неоднократно читала, она у меня в личной библиотеке, эта книга есть. И он с удивлением обнаружил для себя, что многие кочевники бывшей Центральной Азии называют своими предками нагаев, все древнее причисляют нагаям, и все считают, что нагаи являются их своими предками. И вот здесь и появляется вот тот термин, который так будоражил нашу нагайскую общественность. Вот что он пишет на странице 235. Старики говорят, что ногай было общее название кочевых татар для отличия от полуоседлых. Ногайлы, өзбеклі, их называли ногай. Вот тут определить, конечно, и вся книга, его книга написана вот в таком духе, когда термины, понятия, народы, родоплеменные названия, все это было смешано. Определить очень сложно. Таким образом, термин «нугайлы» первым ввел у нас Чакан Валиханов. Но введя такой, значит, термин, дальше он в одном месте «нагай» называет, в другом случае «татары» называет «нагайцев», в третьем случае опять «нугайлы» называет. И при том отмечает, значит, на странице 240. Самый замечательный исторический джиркиргизский – это Идиге. Тот самый Идиге, Эдику Идиге. Это Верлыке Тахтамыша. Значит, самый манап-феодал и темник, который развил вид автоприворсли и управлял ордой безотчетно при четырех ханов. Урак, Иркокче, Иркасай, герои других эпических поэм, также из времени первого ногайского народа. И вот тоже для меня открытие. Откуда появился первый ногайский народ у Валиханова? А где же тогда вторые, третьи? Ну, дальше он продолжает. Но джиры их замечательны только по любопытному описанию племенных волнений, ханских битв, батырских набегов, смутную тахтамышевскую эпоху ордынскую. Вот здесь Валиханову совсем невдомек, что в этих исторических песнях описываются события, происходившие в Ногайской Орде, в Манлицком юрте. Главные герои – это Эдге и потомки Эдге, известные в истории Евразии личности. Вот таким образом мы, когда читаем то, что он пишет о казахах, также вызывает много вопросов у читателя, потому что он вот здесь в своей работе называет самих казахов то киргизами, то кайсаками, то казаками. И, короче говоря, определить, где эти каменные киргизы, он подчеркивает, что вот настоящих киргизов,
А где же находится, а как же называются современные нагаи, эти казахи, тоже очень сложно. Таким образом, вот работу Чакана Вальханова, его творческое наследие, конечно, нужно очень критически оценивать. Ну а что же произошло дальше? Если до 60-х годов тюркологические центры находились в Москве и в Ленинграде, начиная с 60-х годов, уже тюркологические центры перемещаются в регионы, в Узбекистан, Татарстан, Кыргызстан, Казахстан и так далее. И уже ученые этих регионов начинают заниматься инсинуацией и фальсификацией истории нагайцев, присваивая богатый нагайский эпос, поэзию старонагайских поэтов и исторические события из жизни нагайской орды. И в активный такой научный оборот казахские исследователи вводят этот термин во второй половине, значит, 20 века. И так ли это безобидно, что они используют этот термин «нагайлы» и под этим видом все нагайские исторические песни и творчество старонагайских поэтов называют казахскими? Последствия очень тяжелые и сложные для нагайской науки. Но чтобы быть неголословным, вот у меня в руках книга «Нагайский героический эпос». Она у вас тоже там на полке сзади вас стоит. Вот эта книга Шима Сикалиева. Вот эту книгу «Нагайский героический эпос» Хашим Сикалиев написал в 70-х годах. Но защитить ее он как диссертацию не смог. Потому что, войдя в науку 70-е годы, Хашим Сикалиев очень смело заявил в тюркологии советской, что нагайцы являются, значит, непосредственными, значит, наследниками памятников эпохи нагайской орды, и что эти памятники описывают непосредственно страницы из жизни нагайцев. И у него были уже выступления на всесоюзных конференциях в Ташкенте, в Казахстане, в Москве. И, значит, и он, значит, встретил большое сопротивление от тюркологов братских нам народов. И ему наши братские народы в лице таких известных тюркологов заявили Хашиму Сикалиеву, что он в своей работе должен убрать слово «нагайский» и указать, что исторические дистаны Эдге, Ногайн Карабатара, там Айсалнула Аруамет, Шураватер и другие являются общетюркскими. Иначе он не пройдет защиту. Любой спецсовет в центре, значит, тюркологических центров, которых членами являлись татары, узбеки, казахи, проголосуют против рецензенты, черную рецензию он тоже не пройдет. И вот эта книга Хашима Сикалиева вышла только в 90-х годах. Хашим Сикалиев не пошел на подлог, он ради диплома не поступился принципами, а наоборот мужественно отстаивал: это принадлежит нагайцам, это все нагайское. И защитил он диссертацию лишь в начале 2000-х годов, когда уже распался СССР, когда давление со стороны тюркологов, братских народов –
в Российской Федерации ослабла, и появилось много спецсоветов для альтернативы, можно было защититься. Поэтому вот я показала один лишь пример, не буду на этом сосредотачиваться, но хочу сказать, что слово «нуайлы» имеет свои последствия и будет иметь последствия до тех пор, пока мы сами, нагайцы, работающие как на ниве науки в различных отраслях ее, так и творческая интеллигенция и вся общественность не усвоят одну прописную истину. Спекуляция тюркологами, что памятники фольклора и староногайской поэзии относятся к эпохе Золотой Орды, несостоятельна. Потому что Золотая Орда развалилась на ряд независимых государств в конце XIV, начале XV века. А вот этот всемирно известный эпос «Эдге», в котором воспевают основателя ногайской государственности, знаменитого Эдге, он появился уже в 15 веках, усовершенствовался ногайскими певцами и поэтами еще последующие века. Это достояние ногайской культуры, которое было сложено ногайскими поэтами и певцами. И это является достоянием ногайского народа, и только мы, ногайцы, являемся наследниками полноправных. Неоднократно уже перечисляла вот это. Точно так же, как и достоянием, нашим достоянием является творчество наших староногайских поэтов 15-х, 16-х, 17-х веков, безусловно. Таких поэтов, как Шалкиеза Тленшула, Асана Кайрова, Хастуган Сюйнушула и так далее. И поэтому вот это переписывание ногайской культуры на свой манер тюркологами, конечно, беспокоит ногайцев. Но мы не можем сегодня однозначно говорить, что все казахские, татарские ученые занимаются фальсификацией ногайской истории. Среди них много объективных исследователей и из представителей науки и творческой интеллигенции. Вот мне любезно один пример в свое время скинул наш Рами. Вот я зачитаю его. Вот об эпосе Ноғайдың Қырықбатыры известный казахский философ и политолог Жақсалы Сабитов пишет: «Можно сказать, что эпос 40 батыров Крыма попал к казахам через кубанских ногайцев, салтанаульцев, которые бежали к ним. Среди казахов он немного видоизменялся. Поменялась роль Алау с отрицательной на положительную и так далее. Изначально эпос сложился в Малой Ногайской Орде». Вот здесь я при анализе вот этого большого массива документов обратила внимание на те факторы, которые способствовали популяризации ногайского фольклора среди братских тюркских народов. С вашего позволения, я хочу вас с ними познакомить. На мой взгляд, один из важных факторов наших мужественных батыров, соседние ханы, приглашали для участия в войнах своими врагами. Это было привычным явлением, когда ногайские батыры шли защищать родственные народы. И, конечно, батыры ногайские участвовали не только в сражениях. Были и привалы, и небольшие перерывы. И они исполняли ногайские героические песни. Вот этот один момент, который
был. Второй момент, мы не должны забывать, что нагайцы были мусульманами, а в исламском мире всегда ценилась рукописная книга. Это была целая традиция и целые школы, которые занимались переписыванием рукописей. Соответственно, и в ногайской орде были свои школы переписчиков. Они переписывали Коран, отдельные ее части, сказания о пророках и другую литературу религиозного содержания. Но среди этих рукописей очень много было рукописей кол-язва, ногайских дистанов и поэтических сборников, широко распространявшихся не только среди ногайского населения, но и соседних тюркских народов. Вот об этом многие из нас читали работы Востоковеда Османова, Фалева и других, которые отмечают, что они собирали среди ногайцев рукописи и выявили, что там очень много сборников с фольклорными текстами в частных коллекциях. Значит, третий фактор – это династийные браки, когда княжны с собой брали свои библиотеки, выходя замуж. Они попадали в ханские, значит, коллекции. Кроме того, невесту сопровождала стража, которая на праздниках и свадьбах пела. Ханы из соседних государств приглашали ногайских философов, певцов, сказителей и так далее. Вот и после вхождения ногайцев в юрисдикцию России многие ногайцы были вынуждены бежать, и вместе с ними попадали ногайские рукописи к татарам, казахам, калпакам и другим. И, конечно, значительную роль сыграла печатная книга, в первую очередь книга, значит, Мухаммеда Османова. Вот факторы, которые способствовали широкому распространению ногайского фольклорного наследия и произведений староногайских поэтов. Итак, мы должны сказать, что термин «ногайлы» придуман был, значит, Чаканом Валихановым, чье творческое наследие надо оценивать очень критически. Это не изречение из Корана, как и другие источники, тоже всегда надо критически, значит, рассматривать ногайцев ученым творческой интеллигенции. При написании истории Ногайской Орды в выступлениях устных письменных мы должны всегда особо подчеркивать, что все фольклорные памятники, они принадлежат, созданы были в эпоху Ногайской Орды, и мы, ногайцы, их наследники. Спасибо, Аминат Хасановна. Очень содержательный и очень полезный доклад. Вы упомянули о том, что как бы люди из научного круга и также люди из творческой интеллигенции должны на эти вещи внимание обращать. И вот как раз я хотел бы перейти к нашему Иосифовичу Джанибекову, правнук знаменитого ногайского просветителя Абдулхамида Шаршембиевича Джанибекова, который сыграл определяющую ключевую роль в сохранении очень многих памятников ногайского культурного и исторического наследия. Ренат Иосифович, Ренат, скажите, пожалуйста, какую роль должны играть работники культуры и творческой интеллигенции в сохранении ногайского наследия? Вот, и какие, скажем так, принципы должны ими двигать? Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, всех приветствую. Очень рад присутствовать здесь. Вообще, меня, честно говоря, немного сегодня уже звучало такое понятие, как национальная интеллигенция, творческая интеллигенция. Меня в рамках современности немного смущает это понятие, потому что это все-таки, наверное, особенно национальная интеллигенция, это все-таки к Советскому Союзу. Сегодня у нас, я думаю, более актуально слово «элиты». И вот тут мы потихоньку подходим к очень важной проблеме. Проблеме того, что сегодня, пожалуй, у нас нет устаканившейся, сформированной глобальной творческой элиты.
Это большая проблема. Давайте посмотрим вообще, что происходит в современном мире, в принципе, в творчестве сегодня, да, рассмотрим актуальные вещи. Правда в том, что каждый день выходит более 100 тысяч новых песен. Каждый день во всем мире. Это огромное количество информации. То есть информация течет с такой скоростью, что уследить за ней очень сложно, невероятно. Нужно постоянно быть актуальным. К чему это ведет? Это ведет к тому, что происходит инфляция. Инфляция творческих идей. И надо их откуда-то черпать, надо их откуда-то получать. И тут у наших ногайских творческих работников, так скажем, работников цеха, есть несколько путей. Что можно сделать? Можно посмотреть направо, налево. Поскольку у нас есть близкородственные народы, башкиры, татары, казахи, каракалпаки, можно посмотреть, что у них происходит, можно посмотреть самое актуальное, что у них, и постараться делать то же самое. Такие примеры и сегодня существуют. Вот. В принципе, они довольно успешны. Что можно еще сделать? Можно попытаться переработать то наследие, которое мы уже имеем. Например, очень хороший пример Альбия Романова, да? То, что он делал в 90-е, в начале 90-х. Вообще, я сегодня думал об этом, еще вчера думал об этом. Вот возьмите и вытащите одного человека из современной ногайской культуры, Альбия Романова, и как карточный домик все посыпется просто, вплоть до сегодняшнего дня. Вот. И поэтому... Слава богу, что такие люди, как Альби, как Арсланбек, Султанбеков, они существуют. Люди, которые показали нам, молодому поколению, что каким образом можно перерабатывать тот материал, то наше наследие ногайское, да, которое есть, и подавать его в актуальном контексте. Это очень-очень важно. Вообще, постараюсь быть максимально краток. Есть два пути, в принципе, для творческих людей. Конкретно берем музыку, музыкальную сферу. Один из путей – это обслуживать публику. Это абсолютно нормально. Во все времена этим занимались менестрели, трубадуры и так далее, исказители и так далее и тому подобное. Всегда музыканты обслуживали свадьбы, всегда и так далее и тому подобное. Абсолютно нормально. Но если, скажем, 100 лет назад исказители, которые пели дастаны на свадьбах, они все-таки делали это по принципу, как с ребенком, развлекая, поучай, то сегодня, к сожалению, у нас слово «поучай» отпадает и остается только «развлекай». Вот. И, но жить-то как-то надо людям. Это абсолютно нормально. Развлечение – это часть шоу-бизнеса, так скажем. Да? Каким образом находить второй путь? Второй путь заключается в том, что можно постараться пойти как раз по пути формирования творческой элиты, которая бы тоже смогла обрести свой голос, в принципе, в общемировом масштабе. Для этого нам нужно обретать свой собственный ногайский голос, быть очень-очень самостоятельными. Скажем, если мы будем вливаться в общий, так скажем, кипчакский процесс, да, совместно там с казахскими исполнителями, там, каракалпакскими исполнителями. Потому что я сегодня замечаю, очень ярко там некоторые ребята пытаются смотреть, что происходит у каракалпаков, что происходит у казахов. Это абсолютно нормально. Коллаборация и взаимопроникновение культур – это абсолютно нормально, я это приветствую. Но дело в том, что человек, который не получил собственную школу и смотрит на другие школы, есть риск остаться в рамках именно тех школ и остаться за рамками ногайской культуры. Это очень большой вопрос. Есть опасность потерять свой самостоятельный голос. Только вот с этим самостоятельным голосом
можно попытаться с ногайской культурой, с нашей ногайской культурой выйти на какой-то международный уровень, как это сделал, скажем, Арсланбек Султанбеков. Это очень важный пример, который очень показателен для многих молодых ногайских музыкантов, исполнителей и так далее и тому подобное. Еще один очень важный момент. Важный момент — формирование школ. Проблема в том, что нет институций. Нет институций в том плане, что ногайские ребята молодые, они все поступают, что-то пытаются делать довольно разрозненно. Если, скажем, в свое время был, помните, круг, я так его для себя называю, круг Сараждина Батырова. Это очень важный мир. Круг, вокруг которого концентрировались художники, танцоры, музыканты и так далее. Происходила некая синергия. Синергия, которая очень сильно двигала вперед в целом все культурное развитие ногайского народа в то время. То сегодня, к сожалению, подобного круга, надо признать, пожалуй, что не существует у ногайцев. И формирование какого-то вот подобного круга, наверное, является ключевой задачей на сегодняшний день для молодых людей. Поэтому что вот нельзя не вспомнить, скажем, Расула Сейтова, да, который тоже формировал вокруг себя определенный круг молодых ребят из этого круга. Айна Черкесова, к примеру, молодой, уже можно сказать, научный работник, который с научным подходом занимается с музыкой. Поэтому формирование школ, формирование институтов является главной нашей задачей на сегодняшний день, я считаю. В любом случае, в контексте ногайской культуры, в контексте ногайского народа, безусловно, все будет зависеть в ближайшие годы от личностей. На сегодняшний день является, возможно, беспримерным подвигом. Это очень сложно. Очень сложно в рамках сегодняшней культуры потребления, когда нужно постоянно продавать информацию. Поэтому, ну, можно вспомнить пример Джеймса Джойса, который, уезжая из Ирландии в Швейцарию, сказал, что я являюсь для Ирландии больше, чем она сама для себя значит. Вот. И я уверен, что, в принципе, роль личности очень важна. И если у нас будут возникать подобные личности, смотрим вот с благоговением на Арсланбека, на Алибия и так далее. Надо стараться всем молодым ребятам брать с них пример. И тогда, я думаю, все будет отлично, замечательно. Самое главное – не потерять свой собственный голос. Недавно была издана книга «Сёзхазнаса», поэтому можно очень много текстов оттуда брать. Надо перерабатывать это все и так далее и тому подобное. И вот в этих условиях коллаборация и взаимопроникновение с культурами наших братских народов будет для нас действительно успешно, действительно плодотворно и сыграет, я думаю, свою очень хорошую роль. Спасибо. Спасибо, Ренат, за ваше выступление. Очень интересно было послушать. Дело в том, что культурное вот это вот пространство — это не то пространство, в которое я, по крайней мере, там, я не знаю, плаваю, но вот то, что вы сказали, действительно, это очень важно. Я желаю нашим творческим коллективам, желаю нашим ребятам творческим всех благ именно в написании. Я вот хочу привести еще положительный пример. Как раз в контексте подготовки к этому круглому столу увидел, что ребята, вот Даниал, Исакаев, другие, вот студия Дослар, они открывают телевидение Дослар ТВ, которым являются именно не заимствованные песни, а именно написание своих ногайских песен, и примеры таких песен уже есть. Как раз-таки песня Алибия Романова в исполнении очень-очень маленькой девочки. И я думаю, что с такими начинаниями у нас есть будущее, у нашей культуры есть будущее, и будем надеяться, что именно наше наследие будет перерабатываться. Спасибо, Ренат. Сейчас я хочу предоставить слово нашему астраханскому спикеру, руководителю юртовско-ногайского проекта, историку-исследователю Амиру Дамировичу Мусаеву. Амир Дамирович, салам алейкум. Алейкум салам, Алим. Слышно меня?
Да, да, слышно, слышно и видно. Амир Дамирович, я хочу у вас спросить, вот мы сегодня много говорим о казахах, о Казахстане, но если говорить о юртовских ногайцах, да, вот о юртовско-ногайском движении, то здесь мы сталкиваемся с таким субъектом, как Республика Татарстан и вообще вот татарское культурное поле, татарская интеллигенция. Вот скажите, пожалуйста, с какими сложностями и трудностями сталкивается ваше движение и какую роль в нем играет именно вот сохранение ногайского наследия и какую роль играет именно вот защита ногайского наследия, скажем так, в том числе ногайской идентичности от нападок извне? Я хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего круглого стола. Сегодня вот предыдущий участник Ренат Женебеков упомянул про такое понятие, модное сейчас, так скажем, как элита, национальные элиты. Я хочу вот в качестве примера роли элит привести цитату одного из таких всемирных деятелей, как Махатма Ганди, он говорил: элиты, воспитанные колониальной властью, являются врагами своего народа. По поводу вот так называемых элит, которые в частности были бы вот в составе творческой интеллигенции, которые вот были бы выходцами из состава юртских, так называемых татар, как их было принято называть в советский период и вот до сегодняшнего дня, да, там мы видим кого в основном. Это люди, которые получили определенное вот образование, где это сперва вот в татарских школах, в школах, где изучали татарский язык, литературный, казанский, в частности, диалект, да, своего языка они не изучали. А культура преподавалась тоже такая чисто чужая, то есть не та, которая вот идентична, так скажем, именно вот юртовская. Ну а дальше молодые люди, которые имели определенные, значит, привлекли определенное внимание кругов с Казани, они, значит, шли туда учиться, в частности, в институты, университеты Казани, и уже получив полностью, так скажем, образование там высшее, уже работали на именно пользу вот этого татарского национального проекта. А здесь вот как таковой интеллигенции, вот с таким самосознанием твердым, как таковой, вот где-то до конца 80-х, 90-х, даже 2000-х годов не наблюдалось. Были отдельные личности, но, как говорится, один в поле не воин. Но вот это противоречие среди мыслящих людей, среди активных людей из юртовской среды, такое, что вот нам говорят, что мы татары, но мы какие-то не до конца, скажем так, татарами как таковыми являемся, у нас что-то вот свое особое есть и так далее, оно всегда в этих людях сидело. И вот в конце прошлого года уже именно активисты из числа юртовской молодежи, собравшись, решили, что нужно уже вот запускать свой определенный проект именно по сохранению тех остатков, которые до нас, до этого времени дошли, остатков культуры, языка, и дальнейшую жизнь идти, как бы, скажем, на воссоздание всего, на восстановление. Процесс этот в основном идет даже больше не из городской части населения, да, юртовцев, а больше вот из сельской. Почему? Потому что вот эта ногайская вот эта ментальность, она все-таки больше сохранилась именно в сельской среде, среди сельской молодежи. И то, так скажем, она наблюдается тоже эпизодически.
Но вот это движение, которое еще не насчитывает даже года, в конце 2019 года это все началось, оно, конечно, вызвало определенный резонанс. Этот резонанс был как положительный, так и отрицательный. По отношению к этому движению, в частности, в СМИ, в средствах массовой информации Республики Татарстан было выпущено несколько передач, где, значит, говорили о том, что это движение ни к чему хорошему не приведет, что это устраивает определенный раскол татарской нации. Вот. Даже были передачи с привлечением этнических юртовцев и карагаши, которые живут, в частности, в Казани, работают и живут там. Был такой посыл с их стороны, что мы никакие не нугаи, мы вот татары. То есть идет такая подмена понятий. Что сказать, было сделано за это время активистами этого самого движения? Во-первых, понятие юртовский нагаец, юртовский нугай уже прозвучало. Значит, сейчас идет у нас активная вот такая просветительская работа, То есть в основном мы, конечно, применяем это всемирную сеть интернет, потому что все ведется на общественных началах, работают общественники, у нас бюджета как такового нет, хотя нас пытаются обвинить в том, что мы там проекты каких-то там спецслужб, что у нас здесь такой вот, на нас там средства какие-то выделяются. Если бы знали, что они выделяются, конечно, мы их бы использовали по назначению, да? Но чего нет, того нет. Причем мы со своими, значит, активистами всячески стараемся выходить, ну, призываем выйти на круглые столы с оппонентами, но никто на это не идет. Почему? Потому что правда все-таки она, как говорится, у каждого своя, но истина она одна. И вот здесь нам наша вот эта история, наша культура, наше прошлое, расскажем, так скажем, рассказы наших предков, стариков, прадедов, дедов, да, говорят о том, что наша группа, вот эта этническая, юртские нугаи, они все-таки принадлежат именно к ногайской, значит, ногайскому этносу. Значит, за это время мы участвовали в различных проектах. Сегодня, кстати, наши ребята тоже участвуют в одном из проектов. Это в таком спортивно-развлекательном проекте, посвященном дружбе народов. Мы участвовали в различных круглых столах. Также активно участие принимали вот в интеллектуальных играх «Что, где, когда», которые у нас проводятся в Астрахани, именно представляем ногайскую команду. Она была сборной, там были ребята и из юртовских нугаев, и из карагаш-ногайцев, и, значит, показали отличные результаты. На данный момент мы являемся чемпионами данной лиги в Астрахани. То есть процесс идет, неравнодушных людей к этому нет, неравнодушных людей со знаком плюс и со знаком минус. То есть идет и поддержка со стороны молодежи активной в нашей среде, ну и есть, конечно, противодействие явные и скрытые со стороны наших оппонентов, как в средствах массовой информации, я имею в виду интернет, в основном издания, где приводятся, ну, такие, знаете, околонаучные, в кавычках, скажем, аргументы. Например, вот с вами, Алим, у нас была, помню,
был тоже такой интервью было, когда говорили, мы обсуждали мы с вами метрики юртовские, да? Да. Где четко, значит, черным по белому написано, что жители юртовских вот этих аулов, сел до революционный период местными имамами, имамами местных мечетей записывались как юртовские нугаи. То есть там нигде не присутствовало. На что наши оппоненты так криво, так скажем, приводят свои значит, аргументы, так скажем, в кавычках, говоря, что юртовские нугаи — это больше не этничность, а больше как бы это сословие. Угу. Амир Данилович, вот если кратко, скажите, пожалуйста, вот из юртовских нагайцев очень много, скажем так, великих, серьезных таких деятелей искусства, культуры и творчества, и даже науки. Если мы вспомним такие имена, как Басир Абдуллин, Наджиб Гасри, также Булат Салиев, которых, некоторых из которых принято сегодня называть татарами. Будет ли вести ваше движение, даже мы можем вспомнить даже авторов такой поэмы, как Карядарма Кызылгуль, который общеногайское как бы, такое наследие имеет, да, вот статус общеногайского наследия имеет. Будет ли ваше движение именно работать в плане сохранения и популяризации вот этого вот ногайского наследия, которое относится к юртовцам и, в общем, к ногаям? Потому что, как мы видим из практики, к сожалению, вот в среде юртовских ногаев за то время, пока они назывались татарами, и пока они были записаны татарами, вот шло всяческое вытеснение, как я знаю, из сознания народа вот, имен этих авторов и их произведений. Да, конечно, популяризация непосредственно вот этих деятелей и их произведений – это одна из наших ближайших целей нашего проекта, потому что все-таки для человека, который живет здесь спокон веков, да, у которого там несколько поколений предков, как говорится, жили здесь, не знать своего земляка, не знать своего односельчанина, которого знает во всем тюркском мире, да и не только в тюркском мире, это, конечно, позор. Вот. Поэтому в этом направлении мы будем работать, тем более, что один из упомянутых вами деятелей, в частности, Бекбулат Салиев, его полное имя Бекбулат, Бекбулат Салиев, он мой односельчанин. То есть он выходец из нашего села, первый профессор истории Узбекской ССР. Поэтому, конечно, поднимать вот это все наследие нужно. И мы это будем делать. Mm-hmm. Вот. Но для начала сейчас у нас идет такой значит, процесс, что мы сейчас вот заявляемся как юртовские нугаи. Более нас пытаются обвинить в том, что вот это движение, оно идет как бы извне. То есть здесь, так скажем, это движение пытаются связать с нагайцами Северного Кавказа. Но я вам скажу так, что это движение идет именно как инициатива из юртовской среды. Вот мне ребята, у нас абсурдность ситуации дошла до того, что народы, которые вот живут в Астраханской области, когда вот сталкиваются с понятием нагайц, они, ну, вот, например, аварцы, да, которые у нас здесь в Астрахани проживают, там, ну, выходцы из Кавказа, когда говорят про понятие нагайцы, им говоришь, они говорят, а вы дагестанские нагайцы или там, ну, с Кавказа, да? Они говорят, нет, мы местные. В смысле местные переехали? Нет, мы здесь проживаем уже, нет, испокон веков. Мы аборигены этого мира. Они говорят, да. У нас, говорят, тоже там живут нагайцы. Мы говорим, ну, нагайцы много где, каких местах живут. Вот мы местные нагайцы. После этого они уже с таким уважением относятся к тому, что мы вот все-таки свою вот это, свою этничность, свое самоназвание декларируем.
Амир Данилович, спасибо вам большое за ваше такое объемное и интересное выступление. Нам, мы, наверное, весь народ следит за теми процессами, которые происходят в Астрахани, и особенно вот за, в частности, юртовско-ногайским движением. И на самом деле это движение, оно не может, не могло быть инициировано из, от ногайцев Северного Кавказа, потому что, будь на то воля ногайцев Северного Кавказа, то юртовско-ногайский проект появился бы, наверное, в конце 80-х и начале 90-х. Но все это время вот это вот желание, оно не превращалось в реальность именно по тому, что это не исходило от самих юртовцев. Поэтому сейчас, да, на самом деле, я вот часто говорю, дело, скажем так, возврата идентичности юртовских ногайцев, это дело самих юртовских ногайцев, а мы лишь можем помочь, так что мы всегда рядом с вами и желаем вам успехов. Я думаю, что вот те люди из научного сообщества и культурного сообщества, которые здесь находятся, они тоже всегда рядом с вами. Многие из них, как я знаю, принимали участие и в ваших круглых столах. Так что желаем вам успехов. А сейчас я хочу предоставить слово своему товарищу по проекту «Ногаеведение». Это научный редактор проекта «Ногаеолоджи Ногаеведение» Рамиль Валитович Ишмухамбетов. Он является соискателем научной степени на кафедре истории России в Астраханском госуниверситете. Рамиль Валитович, вы меня слышите, да? Да. Смотрите, Аминат Хасановна уже затронула тему о том, как, какими путями эпосы попадали к соседним родственным народам. Мы знаем, что эпосы есть даже эпос, например, Эдиге, он даже есть у адыгов, и там у татар, у башкир и так далее. Вот сегодня Юлдаш Мухаммадович упоминал, что у башкир есть эпос Эдиге, и там произошли такие трансформации. Но интересно было бы узнать в, скажем так, контексте вот этого дискурса в связи с выходом последних книг и там высказываний некоторых людей, в связи с этой актуализацией, каким образом эпосы ногайские попали к казахам? И являются ли казахи, скажем так, естественными наследниками этих эпосов, как это пытаются представить некоторые наши общественные деятели из числа казахского братского народа, да, безусловно, братского народа, или же эти эпосы попали в какой-то определенный период уже после формирования наших народов? Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Как уже было сказано, тема моего доклада, она продолжает в какой-то мере затрагивать те вопросы, которые затронула Аминат Хасановна Курмансиитова в своем выступлении, а это предпосылки проникновения ногайских эпических и поэтических произведений в среду западных казахов. И здесь я хочу отметить, что изначально сфера моих научных интересов, она не касается этого вопроса, тем не менее, изучая то влияние, которое оказала группа ногайского происхождения «Новый казах» на букиевских казах, мне удалось выяснить некоторые подробности, затрагивающие именно этот вопрос. Так вот, «Новый казахи» – это группа ногайского происхождения в составе западных казахов, которая сложилась по причине того, что часть терских исходных, больше ордынских и ешкульских ногайцев с территории Северного Кавказа, она была переселена в 1740-х годах на территории, с территории из-под Кизляра на территорию только вот образовавшейся Оренбургской губернии, на территорию казачьих укреплений. Оттуда они бежали к казахскому хану, младшему Жузу Нурали, сыну Абулхаира известного, и впоследствии в младшем Жузе они составили группу, приближенную к Нурали, затем в 1801 году с образованием Букиевской Орды произошла перекочевка части младшежузских казахов с ханом Букием, сыном Нурали, в междуречье Волги-Урала, и вот там образовывается Букиевская Орда. Так вот, есть такой концепт, который как бы довольно-таки распространен, что якобы казахи младшежузы – это и есть потомки Ногайской Орды, и основным, да, доводом тех исследователей, которые придерживаются его, является то, что
именно среди младшерусских казахов сохранилось очень много преданий о Ногайской Орде. Однако, как удалось выяснить, очень важную роль в проникновении ногайских эпических поэтических произведений сыграла вот эта группа, да, то есть, собственно, идишкульские ногайцы, которые попали в состав сначала Маршу-Жузу, потом Букеевского ханства. Какие тому имеются доказательства? Во-первых, цикл ногайских эпических произведений, он был зафиксирован только от одного жрау, Урунжирау Сенгирбекулы. Так по мнению, по сведениям Анеса Тульдича Сарая и Баян Сарсельмина, и, в принципе, не только их одних, он являлся потоком некого Ахуна Казакая. Это такой ногайский по происхождению религиозный общественный деятель, который бежал на территорию Младшего Жуза, тоже с территории казачьих укреплений, только в 1780-х годах. Вот, нынешняя Актюбинская область на территории. Да, то есть это немного ранее, чем образование Букеевской Орды. Вот, и он оказал особое воздействие, да, образовал медресе, кроме того, вот, передал эпическую традицию. Жексылык Мураш Сабитов, PhD, это казахстанский ученый, он исследовал, ну, это как бы не только он, первым, да, пионером в исследовании ногайского эпоса, именно в сопоставительном плане, пожалуй, следует назвать Виктора Максимовича Журмунского. Вот он сопоставил сюжет ногайских версий этого эпоса «40 ногайских батырей» и казахских. И сделал вывод, то, что если казахская версия, зафиксированная у Муранжирау Сенгирбекулы, она довольно-таки богатая на сюжет, на разного рода подробности и по своему формату, да, то ногайские версии, они значительно короче. Однако они куда ближе к реальным событиям историческим. Это вот вывод, который был сделан Виктором Максимовичем Журмунским. А Жексылык Муратович Сабитов, сравнивая территориальное нахождение главных героев эпоса, да, сделал вывод, что это действие в основном, это Караса и Казей, да, это Урак и Мамай, Адиль Султан. Действие в основном происходило на территории достаточно далекой от казахских кочевий, да, это территория Северного Кавказа, Причерноморья и Крыма, то есть это Малый Ногай. Кроме того, следует особо отметить, что не имея границ прямых с казахским ханством, да, довольно-таки затруднительно представить себе, каким образом, да, носители этой эпической традиции могли перенести. И вот как раз переселение части терских большеордынских ногайцев и потомков салтанаульцев, она легко это дело объясняет. Кроме того, следует отметить, что именно вот эта группа, она, Ноғай казахи, занимала привилегированное положение при ханах, то есть при хане Букее Нуралиеве, а потом при сыне его Джангире, составляя особую группу, которая защищала ханов. Она не имела официального статуса, но у них был внутренний служилый статус, они были пожалованы многими землями, больше, чем многие другие рода. Они так и не вошли в родовую структуру, подчеркиваю, казахскую, и имели статус кармес, то есть не входящий. И наряду с кожа, тюре, да, кожа – это потомки мусульманских миссионеров, и тюре – это потомки Чингисхана, вот наряду с ними они кочевали совместно, отдельно от простого люда. Кроме того, даже вот в этнографии довольно-таки сильные воздействия на верхушку казахского общества в Букеевской Орде смогли оказать именно ногайцы. Это видно даже в одежде, да, то есть
ношении папахи кубанки, ношении головного убора по ногайскому образцу части женщин, именно часть привилегированного сословия. Дальше, меня это дело, естественно, этот вопрос не мог не заинтересовать, и поэтому я обратился к непосредственно сборникам поэтических произведений, которые были изданы, то есть стихи ногайских поэтов в Казахстане. Как оказалось, в 1970 году вышел сборник ногайских стихов, именно казахских стихов, куда были включены стихи ногайских поэтов Асан Кайгы Шалкиизы, Досмамбет Азаулы, Кастуган Ерау. И там же были приведены, как это положено в науке, исходные источники, откуда были взяты тексты. Тексты были взяты, во-первых, это из сборника Магомета Апенди Османова «Ногайские и кумыкские тексты», который вышел в 1883 году в Санкт-Петербурге. И, соответственно, оттуда были взяты тексты и были переведены на казахский. Во-вторых, это сборник «Аул поэзии» Абдулхамида Шершенбиевича Джанибекова, который вышел в начале 20 века в Махачкале, тоже были переведены на казахский. В-третьих, это сборники Радлова. Как мы знаем, да, Аминат Хасан затронул эту тему, то, что многие вот эти страницы рукописей, в которых хранились ногайские эпосы, они впоследствии были использованы и напечатаны в Казани. Ну, относительно бытования этих рукописей, со своей стороны я могу подтвердить. Вот у меня имеется список с рукописи, который носит название «Рукопись об основании Сиитовки», и там как раз приводится эпос «Ариомета и Салдунула», отрывки эпоса «Алмамай» – это те рукописные записи эпоса, которые хранились, да, мне были переданы Виктором Михайловичем Викториным в качестве полевого материала. Далее, данная информация, она не исчерпывается. Тексты, которые отсутствовали там, были взяты из сборников Гумара Караша, который был представителем рода Новый Казах из рода Куяс, и издал сборник в 1910 году под названием «Шаир», то есть поэт, под псевдонимом Абдулла Муштак. Кроме того, следует отметить, что то есть он сам был непосредственно потомком ногайцев из рода Куяс, и вот он издал часть эпических ногайских произведений и поэтических ногайских произведений. Кроме того, следует особо отметить роль родоправителя ногайского рода, человек, который долгое время был родоправителем ногайского рода Букеевской орде, это Мухаммеджан Бекмухамедов, заслуживший потомственное дворянство. В 1908 году в Казани он издал сборник «Жаксоогыт», который тоже содержал в себе стихи ногайских поэтов и отрывки из ногайских произведений. Естественно, он мог собрать их только, да, среди представителей ногайского рода. Это вполне резонно. Таким образом, те материалы, которыми мы располагаем, они позволяют говорить, что ногайские эпические произведения попали в состав букеевских, вообще западных казахов, в среду, культурную среду, именно через посредство ногайцев. Следует отметить, что еще Чокан Чингисович Уәлиханов в XIX веке, он зафиксировал эпос, вариант, на казахский вариант эпоса Эдиге у Ерау Нуртугана Кенжигулы на территории нынешней Казаларденской области. Но свои варианты эпоса Эдиге, как я об этом упоминал Виктор Максимович Жармунский, имелись и у узбеков, и у алтайцев, то есть довольно обширные, как уже было сказано, и у кабардинцев, то есть это адыгский народ, и у карачаевцев. То есть это довольно широкое распространение имел этот эпос, и поэтому говорить о том, что только лишь в казахской среде, помимо ногайцев, он сохранился, или же какую-то особую роль имел, пожалуй, не приходится.
На этом, в принципе, я хочу завершить свое нынешнее выступление. Вот, и хочу отметить то, что данный вопрос, он требует дальнейших исследований, ждет своего следователя. Однако то, чем мы на данный момент располагаем, оно позволяет говорить о том, что именно ногайское происхождение имеет эти поэтические произведения. Попали из ногайской среды достаточно поздно, в 18 веке. Ну, даже поверхностный взгляд на биографию тех поэтов, да, о которых мы говорили, это, например, Шалкиис. Шалкиис жил в Тахт-Эле, да, Большой Орде, служил Бию Темиру, мангитскому Бию, потомку Эдеге, Ногаи Большой Орды. Досмамбет Тазаулы жил в 16 веке, служил Бием Гиреем, ханом Гиреем, в Малом Ногае проживал. Ерау Асан Хайгы по материалам Исыюн Чукапаева, который подтверждается материалами, собранными Тахиром Ажакаевичем Акмамбетовым, видным ногайских фольклористов, не показывает, что он жил в период еще золотоордынского хана Джанибека, а не казахского хана Джанибека, да, как это пытаются нам представить некоторые исследователи. Что же касается Хастуган Ерау Сюйнышулы, то он жил не в 14, не в 15 веке, как показано в сериале, в фильме, в кинофильме «Казахское ханство. Алмазный меч», но жил в веке в ином, в 17 веке, и перекочевал на территорию Кубани. То есть в данном случае даже произведения этих поэтов, они никакого отношения к казахской среде изначально не имеют, или казахскому ханству. Это произведения, которые зародились именно в ногайской среде или в среде предков ногайцев. Соответственно, разного рода фальсификации, да, они неуместны. Хотим особо отметить, что мы заинтересованы в дружбе, и в хороших отношениях с братским казахским народом, с народом Казахстана, который нам традиционно дружественен. Однако фальсификации исторических источников или же присвоение их в угоду только одного лишь народа, да и искажение истории, это никаким образом не делает чести тем отдельным нездоровым деятелям, которые пытаются переписать историю ногайского народа под себя, назвать ее там общей или только лишь своей, чему напрямую, естественно, оснований нет. Большое спасибо. Спасибо большое, Арамиль Валитович. Очень интересное выступление. Я хотел бы сейчас предоставить слово Виктору Михайловичу Викторину, который решил участвовать в нашем круглом столе. Мы ему очень благодарны за это в качестве наблюдателя. Виктор Михайлович. Большое спасибо за предоставленное слово. Особенный рахмет Саубалонос организаторам нынешней правильной вот так встречи за круглым столом. Очень рад всех видеть. Дорогие друзья, после двух выступлений астраханцев я просто не могу не взять слово. Астрахань, она в ногайских проблемах как-то очень естественно посерединке. Между Уральско-Прикаспийским центром ногайской истории есть и он, не будем забывать, и Кубано-Предкавказским, тоже центром ногайской истории. Такая вот сплачивающая речь. Я иногда задумываюсь, не ошиблись ли мы в 80-х, 90-х годах, помогая интенсифицировать ногайскую сторону проблем. Прихожу к тому, что не ошиблись. Хотя, может быть, и не во всем преуспели. Я с Ренатовичем Джанибековым согласен очень. Нужны личности и нужен круг общения. Иначе мы ничего не достигнем. Будем реалистами. Не все будут знать ногайцы планеты о нашей сегодняшней встрече. Будем реалистами. Не всех она заинтересует по проблематике. Разные настроения, разные ориентации, разные подходы и разный стиль жизни. Назовем это так. Есть научный дискурс. Нам нужно молодежь вовлекать. Я вот бьюсь, я не знаю, как рыба об лед, чтобы найти школьников, старшеклассников и младших студентов, которые бы подхватили наш вот это красное с человечком знамя. Есть творческий дискурс, художественный, он немножко другой. Есть публицистический дискурс. Журналисты очень свободны, иногда пишут такое, что нам бывает жутковато. Но есть политический, есть политизированный дискурс. И моя задача, ну так, государственного эксперта России, сообразить, у кого что в головах
на данный момент. А это бывает очень трудно. И по России, и по СНГ. Да, астраханская часть нагайских проблем, она немножечко бывает под ударом и под угрозой. Особенно мучают некоторые деятели татарского этнокультурного движения. Что происходит с Исхаковым Дамиром Мамалевеевичем? Что в голове и с головой у него? Я так понять не могу. Талантливый, знающий человек, но оказался зашкальным. И политическое у него, перевесило строго научное. Увы, при встрече придется ему все это по-русски, по-татарски, может быть, и более жестким таким языком, чтобы не задевал, было бы кому. Все это придется высказать. Не успокаивается какая-то часть казахстанской этноэлиты. Что им нужно и зачем? Как они примыкают к властным сферам в Астане, я не могу сказать. Зачем им увеличить тюркскую часть населения Казахстана? Понять не могу. И зачем это пытаться делать в интернете? За счет каркалпаков и ногайских, тоже бельмемен. И не могу просто сообразить, зачем это нужно. Я вынужден просто по стилю своей деятельности ориентироваться на частности, хотя и очень важно. Можете спорить, но, по-моему, самоназвание «Мангыт» было раньше, чем самоназвание «Ногай». А тогда проблема «Ногайлы» вообще отпадает. Это ретроспективный фольклорный термин, просто описательный, не больше, не являвшийся, не являющийся этнонимом. Но Равиль Тумухамедович Джуманов, покойный, он им активно пользовался и втянул в использование меня. Иногда для описания это бывает полезным. Для описания, не больше. Казахстанские деятели так любят ногайцев. Но почему единственное село ногайское в Казахстане, сначала в Красноярском уезде, потом в Ганевском районе, Кардуан, оно распалось? В конце 20-х годов, когда провозгласили Казахскую республику, бежали оттуда, буквально пешком, через астраханскую границу люди, чтобы жить в России. Далеко не случайно. Как-то мурзятся так, от слова «мурза», скромничают деятели Казахстана, когда я им об этом рассказываю. Ну, это же была бы резервация. Это был бы наглядный центр. Единственное ногайское село Казахстан-Станда. Ну, было бы шикарно. Нет, не получилось, никому это не было важно. И в тот момент о ногайцах не позаботились. Зачем заботиться сейчас? Тоже для меня немножко непонятно. Ногайская орда как государство с институтами, с Нур-ад-Дином и Кайкабатом не возникла по идее. Возникла несколько позже. И в этом тоже нет ничего плохого. Но в публицистике нет-нет, самое древнее и подтягивается к более раннему периоду. Всем хочется быть древними, но зачем? И так достойная история, достойный фольклор, достойная культура у ногайского народа и в связи с ним. Мы работаем сегодня на русском языке. В русском языке слово «ногайский» имеет два смысла. Относящийся и бытующий у ногайцев, и бытующий у других народов в связи с ногайцами и ногайскими образами. И то, и другое очень хорошо. Ни от того, ни другого отмахиваться не нужно. Если люди поют о ногайских благодарях, но считают этот эпос и фольклор своим родным, ну что же, мы не будем возражать. Мы взялись ориентироваться именно на самосознание людей. Именно на самосознание людей. Ленин Шайхултанович Арсланов, светлая ему память, недавно ушел из жизни, он буквально четко доказал, что астраханские диалекты, карагашский практически полностью с кубанским, юртовский в основе, являются ногайскими. Даже местная татарская интеллигенция перестала с ним спорить, потому что он дал это аргументированно. Светлой памяти тоже недавно ушел из жизни мой старший товарищ Рамазан Хусинович Кирейтов, побывав среди карагашей, особенно среди карагашей, ну, кому в тот момент было 80-90 лет, подтвердил это еще разочек. Полное совпадение кубанского и карагашского диалектов в разговоре, как будто, говорит, мы жили, а старик, самый старый в Сиитовке, заплакал, сказал, перед смертью я услышал чистую ногайскую речь от приезжего человека. Очень тоже вот эти моменты, о которых мы будем вспоминать, которые мы будем описывать. Мы только начинаем свою работу и посмотрим, что будет в итоге. Ассоциация тюркских народов России хорошо.
Я два раза, представьте себе, был делегатом Конгресса тюркских народов России. Это башкирцы такой националистически настроенный. Нинди халакнан вакеле, я говорю, урус. Он чуть не упал. Что за тюркский такой народ? Мы, русские, астраханские, соотносимые с тюркским языком и тюркской культурой, тоже вполне уважаемые и довольно-таки многочисленная группа. 1% населения области. Это довольно-таки немало, хотя мало, конечно, нужно усиливать. Что будет и удастся ли сохранить ногайский язык и ногайские диалекты? Скоро мы узнаем статистику. Здесь большие проблемы, и, честно говоря, друзья мои, на вас я очень надеюсь. На исправление той пугающей, тревожной ситуации, которая с языком ногайским, литературным и диалектами на данный момент возникла. А для этого вот такие встречи и нужны. И кого-то я внешне не очень представлял, рад увидеть. С кем-то давно знакомыми не виделись чуть не 10, чуть не 15 лет. Это очень хорошо, и я рад вам быть сегодня среди вас. Чек Анчендисович Валиханов, он свое дело понимал. Но у него был свой ракурс зрения, нужно его оценивать. И поэтому мы с Рамиль Валитовичем вот такую этноисториографию, понимание ногайцами и не ногайцами, ногайцев самих себя и своих соседей, будем стараться развивать. Мои молодые, более молодые коллеги, они очень хорошо сейчас набирают силу в своей научной и творческой работе. Пускай ищут более молодых коллег, поколения будут меняться. И в этом я пожелаю всем успеха. Рад встрече, наилучшего. Благодарю. Саубалнес, Виктор Михайлович. Спасибо всем участникам за выступление. Сейчас у нас по программе идет обсуждение, и потом я зачитаю резолюцию. Пожалуйста, если есть кому-то что-то сказать, дайте об этом знать, если что-то добавить или кого-то дополнить. Пожалуйста. Можно буквально два слова? Да-да, конечно. После того, как я услышал доклад Аминат Хасановны и Амир Дамирович, мне почему-то сразу в памяти всплыла модель национального строительства в Австро-Венгерской империи, которую в свое время хорошо описал наш антрополог, по-нашему это политолог Алексей Миллер. Модель выглядит следующим образом. То есть есть Австрия, есть венгры, которые выстраивают свою национальность, национальную, так сказать, в конце 19-го, в начале 20-го века, своей нации. Но когда касается развития идентичности и национальности у хорватов, тогда венгры проявляют значительную ревность и уже приводят достаточно такому. То есть здесь получается, вот этой большой достаточно империи у Венгрии занимает некую такую роль младшего брата, который, собственно, уже в какой-то степени пытается гасить национализм на местном, на сербском, на хорватском уровне и так далее. То есть и эта модель, по большому счету, я почему-то вот попытаюсь наложить на нашу ситуацию в отношении тех же наших казахских коллег, да, тех же казахских коллег, в отношении к ногайским элитам, или интеллигенциям, мне все-таки интеллигенция более понятное явление. Да, и мне кажется, здесь они пытаются поступить именно в той модели, в старой модели, можно сказать, такой, где есть некий такой, некая такая, можно сказать, зонтичная идентичность общая, да, но она именно наша, она конкретно вот, казахско-татарская, она будет давлеть, или казахская и так далее. И в данном случае, мне кажется, перед нами вот то явление, которое мы сейчас видим, это как раз-таки перестройка этой модели. Народы, в каком бы количестве их ни было, каким бы ресурсом ни обладали, желают и нуждаются в самостоятельности, в культурной субъектности и так далее. То, о чем, собственно, я говорил. То есть мы видим, мне кажется, мы здесь с вами свидетели, о том, как за последние буквально год-два, наверное, уже меняется сама модель, внутренняя модель тюрков Евразии, тюрков России, в частности. Спасибо. Спасибо большое, Юлдаш Мухаммадович. Есть ли у кого еще свои дополнения и желание как-то что-то... Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша дискуссия за виртуальным круглым столом. От лица ногайской национально-культурной автономии города Новый Уренгой, лично от себя,
Хочу сказать огромное спасибо за эту встречу и за ваше экспертное заключение по столь важной и актуальной проблеме, как защита исторического достояния ногайского народа. Сау волонс и гилькера саянс. Еще хотел бы добавить, вот то, что к нам сегодняшний именинник Ильдар Шамигулович не присоединился, его доклад, кстати говоря, вот Виктор Михайлович немного раскрывает вашу тематику, тот доклад, который он готовил. Мы его попросим, возможно, записать отдельно и вставим, попросим монтажеров вставить. Да-да-да. Монтажеров вставить его выступление в наш круглый стол все-таки. На это он предварительное согласие давал. Либо же возьмем его выступление из прошедшего в Астрахани недавно семинара, где он тоже эту тему раскрывал. Тогда мы перейдем уже непосредственно к резолюции. Мы эту резолюцию с вами обсуждали в группе. Конечный вариант резолюции я сейчас могу зачитать. Итак, резолюция нашего круглого стола. Участники круглого стола, заслушав и обсудив экспертные оценки по вопросам сохранения исторического и культурного наследия ногайского народа, пришли к следующим выводам. Первое. Считаем, что являются недопустимыми фальсификация исторических данных и попытки переписывания истории в угоду определенным конъюнктурным кругам из числа тюркских народов внутри России и так и в СНГ. Второе. Факты искажения и фальсификации истории с целью реализации групповых оценку на постоянной основе с доведением достоверной информации до широкого круга общественности с помощью СМИ, образовательных и общественных организаций. Третье. Ногайское экспертное сообщество поддерживает инициативу организаторов Ассоциации ученых и общественных деятелей «Тюрки России», та организация, та ассоциация, о которой мы сегодня говорили, как пример конструктивного взаимодействия народов нашей страны, то есть Российской Федерации. Ногайским ученым, общественным деятелям и всему ногайскому обществу необходимо защищать культурное и историческое наследие в рамках общественной и научной этики. Пятое. Затронутые проблемы подчеркивают актуальность необходимости проведения конференции по вопросу проведения конференции, которая планировалась в Дагестане. Должен был выступить Каирбек Сейдахметович Бальгишиев. Пожелаем ему здоровья. И последний пункт, шестой. Данная резолюция рекомендуется к ознакомлению для ногайских общественных организаций. Также рекомендуем довести выводы и резолюцию круглого стола до широкой общественности как ногайского, так и других народов России и тюркского мира в целом. Спасибо всем большое за участие. На этом мы заканчиваем наш круглый стол. Всем здоровья, большое спасибо. Всем до новых благополучия. Встреч. До свидания. До свидания, До свидания, всего доброго, спасибо большое.